Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленск АЭС, в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции и города Десногорска. Смотрите сегодня в выпуске. ПСР «Инжиниринг». Ветераны станции на производстве. Конкурсы социально значимых проектов госкорпорации «Росатом». Крещенский заезд на велосипедах. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». На сегодня выработка 11 миллиардов 127 миллионов киловатт-часов. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и третьей энергоблоки суммарная нагрузка 2130 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Выработка электроэнергии за 22 дня января составила 945 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленская и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На площадке сооружения пристроя «Хаят» Смоленск АЭС прошла партнерская проверка внедрения стандартов ПСР-инжиниринга. Комиссия оценила качество планирования строительно-монтажных работ, организацию производственного анализа и контроля, охрану труда, визуализацию, соблюдение стандартов 5С. Мы видели, что на площадке здесь производственники, они нашли вот в этой производственной системе те инструменты, которые им особенно помогают, они ими пользуются, они приносят реальные результаты по сокращению процесса строительного, по решению каких-то инженерных задач, это мы видим. Ну и в целом впечатление очень хорошее. В качестве передовых практик эксперты отметили организацию безопасного производства работ на строительной площадке. Все факторы риска – перепады высот, открытые и низкие проемы – обозначены плакатами, предупреждающими сотрудников о потенциальных зонах опасности. Планирование системно-монтажных работ на площадке осуществляется по методу бережливого строительства «Последний планировщик». Кстати, впервые апробированному в смоленском филиале «Никимт-Атомстрой» и затем распространенному на площадках других станций. Он заключается в том, что не только директивно спускается график сверху и говорят о том, как начальник участка должен планировать и выполнять работы, а сам начальник участка говорит о том, что он может выполнить, то есть видит план, и рассчитывает свои ресурсы и понимает, насколько он готов и может выполнить тот объем, который ему поставлен сверху. То есть идет полное взаимодействие высшего руководства с непосредственно исполнителем работ. По словам главного инженера смоленского филиала акционерного общества «Никимт-Атомстрой» Романа Шилина, внедрение принципов ПСР позволило на более качественном уровне организовать планирование работ на малый и долгосрочный период, производить производственный анализ и контроль, заранее просчитывать и устранять существующие риски. Собираемся каждый день, собираемся под предводительством заказчика, начальника УКСа, и каждый день, то есть рассматриваем то, что выполнено за предыдущий период, за смену, и планируем задание на следующую смену. Девятнадцатого января ветераны участка вентиляции цеха централизованного ремонта побывали с экскурсией на Смоленск АЭС. Для них, тех, кто строил энергоблоки, закладывал основы их безопасной эксплуатации, посещение родного предприятия стало возвращением во времена славных трудовых будней. Многое изменилось за время их отсутствия. Из участка эксплуатации вентиляции образовалось отдельное структурное подразделение – цех вентиляции. Сейчас, конечно, уже масштабно звучит цех вентиляции, и очень здорово, что мы сюда попали. Приятно, конечно, было сюда войти, по пути увидеть. Ну, помимо того, знакомых людей, с кем раньше работал, также по пути зашли некоторые помещения по пути следования по 10-й отметке. Оборудование, конечно, новое, оно в идеальном состоянии. Ну, наверное, проще уже людям работать, так температурный режим уже идешь. Ну, ощущается, что все на уровне находится. Далее первопроходцы следуют на главный корпус в сопровождении начальника цеха вентиляции Павла Пименова. Маршрут следования – помещение вентиляционных центров, монтажный зал фильтров специальных систем вентиляции, помещение начальника смены и операторская первой очереди.
Ветераны словно не уходили с работы. С живым интересом осматривают новое оборудование, обсуждают произошедшие изменения. Старших коллег горячо приветствует оперативный персонал в помещениях начальников смены цеха вентиляции. Вспоминаются годы работы на станции, потому как пускала три блока все. Первый, второй, третий. Конечно, очень много изменилось, очень много. Изменилось в лучшую сторону. Замечательно. Чисто, красиво, все автоматизировано. Так можно работать. Можно работать, нужно. Желаю всем успехов, процветания. Уважаемые десногорцы, обращаем ваше внимание на то, что некоммерческие организации вновь могут принять участие в конкурсе по разработке и реализации социально значимых проектов. Атомная отрасль поддержит общественно полезные инициативы, запланированные к реализации в 2018 году на территории Смоленской области. С 2013 года Дом детского творчества принимает участие в конкурсах социально значимых проектов, проводимых госкорпорацией «Росатом» и фондом АТР АЭС. 7 раз наше учреждение становилось победителем в этих конкурсах. Также этой осенью мы провели социально значимый проект. Это экологическая креатив-лаборатория «Мир в твоих руках». В этих соцпроектах приняли участие более 800 учащихся. И мы очень благодарны госкорпорации «Росатом» за возможность проведения данных мероприятий, ведь ею было выделено около 2 миллионов рублей на реализацию данных социально значимых проектов. Мы считаем, что реализация социально значимых проектов в нашем городе очень важна, так как дети, мало того, что они реализуются как личность, мы помогаем их раскрыть творческие способности, их одаренность. Также помогаем в экологическом воспитании детей и, конечно, их профориентации. «19 января активисты велодвижения «Смоленск АЭС» и «Десногорска» открыли сезон 2018 года необычным заездом, приуроченным к православному празднику Крещения Господня. Группа велосипедистов в сопровождении автомобиля, организованной колонной, прошла маршрут от Десногорска до Святого Источника в честь Казанской Божьей Матери, близ деревни Николаевская, который благоустраивается и поддерживается силами «Смоленск АЭС» и является популярным местом среди жителей и гостей города. Обильные снегопады, наблюдавшиеся в районе Десногорска накануне, не испугали велосипедистов, и уже через час группа прибыла на место. Четверо велосипедистов приняли участие в традиционном крещенском купании в ключевой воде. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск АЭС». С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе «Смоленск АЭС» в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке, также в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей, до свидания.